Привет, это сингл. Продолжаем мы выживать Project Zomboid. И это история Рыжего. В прошлой серии мы закончили лутать вот это вот местечко. Это частный сектор так называемого айкрончика. И машину нашли, что немаловажно. Вот, машина у нас будет здесь. Я пойду сейчас вот эти два домика зачекаю. И, кстати, в багажник можно было бы и закинуть... Так, вот это мне не нужно. Багажник можно было бы все остальное, все, что я нашел, закинуть вот сюда. Вот эти все темки. Так, это убрать из избранного, тоже скинуть. В самом инвентаре у меня ничего особенного нет. То, чего мне не надо было бы. Кстати, свершилось чудо. Я весь вот, это первая серия в сезоне, которую я записываю днем, а не ночью. Вместо сна. Так что... Я даже немножко пободрее, но по сути разговариваю в привычной своей манере с тем же тоном, чтоб якобы никого там не разбудить. Не якобы, а чтоб не разбудить никого. Ну то ладно. Я думаю, что вы уже и так привыкли, в принципе. И кричать я, в принципе, не хочу. Ничего такого не происходит для того, чтобы кричать. Так, вы там отдыхаете. Что в багажнике? Шиномонтажный насос. А вот мне надо был еще домкрат. Отдыхайте, товарищи дорогие. Так, тут багажничек пустой. Тачка сама закрыта. Взламываем ее. Спички, пластырь, туалетка. Это идет сюда. Кстати, эту тоже надо чекнуть. Эту тоже треба чекнуть. Ластик. Ну, ластик, пластик. Пластик мне не нужен. Пошли домик этот залутаем. Вот эти штучки тоже надо будет повыкапывать в будущем. Это такая штука, что мне надо. Так, забываю разбирать электронику. Не ломай. Снотворное. Платок и кроссворды мне нужны. Так, разбирай лампу. Шо у меня, кстати, там по электрике? Ну, потихоньку качается. Третья уже. Еще до четверки далековато. Ну, то это ладно, как бы. Это такое. Так, пустая кружка. Вот, по-моему, у меня такой не было. Чашечку тоже возьми. Сковородка мне еще она не нужна. А вот это мне эти темы не будут собирать. Так, обезболыч и... Еще одна аптечка. Еще одну отепочку, да. Отепочку заберем. Так, 10 кило весит она. Ну и хорошо. Так, наполняем воду. Умыться, кстати, не мешало бы. Ставим крестик. Кстати, эта серия и, может быть, еще следующая. И крон полностью залутанный будет. Полностью прям. И нужно будет думать, куда нам ехать. Я думаю, можно будет поехать вот сюда. Как там правильно? Подождите. Это я скипаю. Вот, вот сюда на эту дорогу выезжать и ехать вот сюда вот надо. Надо будет. Тут и оружейка есть, и СТОшка есть. Может, там каких-нибудь материалов найдем нужных нам. Может быть и нет. Посмотрим, короче. Посмотрим. Так. Вот эти темки по-любому бери. Тут мне ничего не нужно. Две пустые бутылки из-под отбеливателя. Туда, кстати, можно воду набирать спокойненько. Так, два чайника тоже под воду пойдет. Еще одна миска. Мисок много не бывает. Ну и, естественно, консервы. Все-таки хорошо, когда лута нормально. Прям приятненько жить. Так, в ванной пусто. В спальне. Журнальчик. Ну, пригодится и журнальчик. В хозяйстве-то. Так, ставим крест. И можно... Можно выходить к этим домам. То есть вот так пойти и потом забрать вот это вот все дело. Это зомби стоит? Да.
Гадость замаскировался, слушай. Ну так, по-своему замаскировался. Так, ничего не интересного. Скрываем. Открываем кибитку. Так, оружейный кейсик. Еще одни резиновые сапоги, а мне вторые-то и не нужны. Так, это на мини 14. Она, кстати, в идеальном состоянии, я ее, пожалуй, возьму. Залазь, что ты. Опа. Так, это дело нам сюда надо. Все, надо возвращаться к тачке. Надо возвращаться к тачке. Кстати, давай, наверное, подождем это дело. Сейчас поедим прямо здесь на месте. Так, соленья. Я не помню, был у меня противень или не было, но я его возьму. Ё-моё! У меня чуть сердце в пятки не ушло. Что за бесшумные зомби? Они эволюционировать начали или что? Так, тег 9. Доставай магазин. Тег выкидывай обратно. Так, магазинчик. Так, ладно, с магазинчиком мы попозже разберемся, куда его. Давай поедим. Консервы превыше всего. Так, и патронус. Так, такое ощущение, как будто они меня там окружают. Так, короткое дробящее. У меня такой книги еще не было. Так, тяжелое авто я уже читал, это очень хорошо. Так, наушники разбирай. Так, вот этот магазин. Бери. Разряжай его. Ныкай. И патроны все сюда. Так, кроссворды и газетки не влазят. Ну и ладно. Так, можно ставить пометку на этот дом. Бежать в машине, в машину разгружаться. Не возвращаться уже к другому. Вот этот с будочкой. Вот этот домик с будочкой и с зомби, который его охраняет. Кстати, я недавно взгрустнул, думал, блин, у меня топор этот хороший ломается. А потом вспомнил, что у меня на базе еще целенький лежит. Да и, в принципе, я могу починить и этот. И побегать еще с ним. Давай на альте немножко пробежимся. Вот эту зомбю заодно заберем. А я его чинил? Нет, я его еще ни разу не чинил, поэтому он еще поживет у нас. Так, выкладывай. Аптечка не влезла, да? Ну, бывает. Бывает. Так, ну аптечку можно будет закинуть куда-нибудь. Ё-моё. Аптечку куда-нибудь на сиденье можно будет закинуть. Только не на переднее, а на заднее. И главное про нее не забыть, потому что я такой, что люблю забывать на сиденьях. Лутецкий. Так. Давай, наверное, вернемся обратно к домику с будкой. Слушай, еще сарайчик есть. Вот там зомбя меня хочет очень сильно обнимать. Я дам ей такую возможность. Точнее, шанс на такую возможность. Так, что-то взял интересненькое, да? Что-то было. Что-то было, что было, часики. Угу. Я слышал, как зомбя... А, перепрыгнула, вот она сюда и перепрыгнула. Вот она там и перепрыгнула. Так. Туалетка еще одна. Пластырь. Уточка. Уточку положим. Положим дома. Так, здесь больше ничего интересного нет. Кроме вот этой темы. Ничего больше. Так, все, здесь по электронике больше разбирать мне нечего.
А вот эту херню разрабы еще не дали возможность разбирать. Ее только кувалдой можно снести и просто снять, по-моему. Да, можно. Можно просто поднять. Так, на этот дом ставим крест. Еще у нас, по сути, два гаража. Этот и у единственного двухэтажного дома в этом городе. Сишки лишними не будут. Хорошо. Так, журнал садоводства. Прочность 5. Да, мне бы 3 найти. Вот что мне действительно не хватает. А то 5 это, конечно, хорошо, но не настолько, сколько, насколько хотелось бы. Так. Консервы сюда. Еще одна кастрюлька. Еще один чайник. О! 2 энергитоса. Хорош. Хорош. Так, бег. Журнальчик. Опа. Это мы заберем, это разберем. А вот с этого снимем насадки. Так, снимай, снимай. Так, и дробовик можете себе оставить. Меня он мало интересует. Так, журнальчик. Вот это и вот это. Прятай. Так, разбирай. И вот это разбирай. Так, понятно. Тут у нас что? Еще оружейный кейсик. Сидишка, витаминусы, газеты, журналы. Пустой магаз. Пистолет ненужный. Такой по-любому у меня есть. Так, а тут что у нас? Пила, электрический провод. Тут крест и тут крест на сарайчике ставим, потому что мы сейчас сюда сразу зайдем. Или не сразу. Так, канистра. Так, это и это, и вот это забирай. Пригодится. Пригодится. Так, хочешь спать уже? Чувак, ну давай банку энергетика я тебе даю. Бульк. И становится хорошо, попроще, да, немножечко? Прям хорошо так тепленько на душе стало. Что спать не хочешь? А, банку, банка исчезает просто. Вот и славненько. Есть. Журнал, журнал, журнал. Забыл журнал, забери. Так, нифига интересного из нужных мне книг. Слушай, ну это надо было бы в библиотеку какую-нибудь попасть. Но тут до ближайшей большое расстояние и добираться. Так, вот это берем. Мыло, чистящее средство. Берем рагу, сливаем на землю, забираем кастрюлю. Куда ты дел кастрюлю? Так, снотворное и витамины. Пинцет мне не нужен, у меня их хватает. Шапочка Бинни на зиму бери. Поясная сумка мне еще одна не нужна. Нейлоновая винтовка некрасивая. Так, ставим крестик. Ставим крестик. Сейчас пойдем сразу следующий домик заберем. Так, давай-ка ты вот сюда вот загрузишь все, что влезет. Так. А, это переднее правое сиденье. То есть я вообще не туда загрузил, куда нужно было. Так, две кастрюли. Чайник килограмм. Давай, выкладывай. Ну, слушай, ну тогда это не дело вообще, чувак. Не, так не прокатит.
Давай-ка ты вот сюда вот это положишь. И еще что-нибудь килограммовое. А нет. Сделаем немножко по-другому. Вот так. А все остальное выкладываю вот сюда. Так, все, паничка начинается. Ну, потому что он весь в кровище. А, у меня и сигу подкурить нечем. Кстати говоря. Так, тут ничего интересного. Платок мне не нужен. Так, ну осталась только эта улица. Кстати, можно будет в одном из этих домов заночевать. Но только не в этом. Да, давайте, давайте, доламывайте. Я пути отхода пока сделаю. На всякий случай. Так, это ж не все, не все, да? Так, вот это нам надо. Вот это надо. Что на кухне? Ну, на кухне определенно что-то найдем. Какие-нибудь консервы, да? Конечно. Как же без них? Так, и тут у нас ничего интересного, кроме CD-проигрывателя. Так, все. Этот дом можно помечать и идти к следующему. И там и заночуем. Что время 22:30, то такое себе удовольствие. Опа. Я не хочу хвастаться, но я мгновенно среагировал на то, что вот эта вот зомбя была голая. Я думаю, блин, значит, должна быть и вторая. Я не ошибся. Он все равно пробежал. Так, свитер с ромбовым узором. Это тот самый свитер, который пойдет на зиму. Давай его в избранного, чтобы я его не разорвал нечаянно. Как я люблю это делать. Так, ну и все, тут зомби, по идее, не должно быть больше. А, нет, мне это все не надо. И вот это мне все тоже не надо. Вот это мне надо. И вот тут мне надо вот это вот. Вот это вот, вот это вот. Так, стоп, журнал охотника сюда. И вот это мне тоже сюда. Ныкай в рюкзак, и это ныкай в рюкзак. Так, телек разбираем. Подкуривать-то нам нечем. Блин, очень много изоленты и всяких штук я нахожу, очень мне нравится. Так, это СКС-ка. У меня, по-моему, СКС-ка была. Не по-моему, а 100% была, но я возьму еще одну. Мало ли что. Потом буду вспоминать. Блин, я ж, у меня же СКС-ки нет, а я ж ее такой, что находил. Так, ну мини-14, еще одна точно уже не пригодится. Клавитара, ее нельзя разбирать? Не, нельзя. Кожаные перчи бери. Так, ну и что, в этой комнате можно, в принципе, и заночевать. Я очень надеюсь, что ты паничку не словишь и нормально выспишься. Давай я даже не знаю, поможет это, не поможет, бетку выпью. А вдруг? А вдруг помогает действительно? Будем так делать до того момента, пока действительно после принятия бетки не словим паническую атаку. Так, все, этот дом можно закрывать. Привет, зомбу. Доброе утречко. Ого, я тебя отверткой решил проткнуть. Больше я так делать не буду. Так, у нас скорая там за окном едет. Я не знаю, слышите вы этого или нет. Надеюсь, нет. Стоп. Стоп, стоп. Так, карта Лусика. Так, это сгоревшая кибитка. Лучше бы это было бы, конечно, дом выживших. Забаррикадированный с кучей оружия. Это было бы класс, конечно. Так, там зомби где-то перелез. Подожди, давай-ка выйдем нафиг отсюда. Где-то вот тут я его видел. Давай крикнем. Опа, зомбя с копьем.
с ножом выживания. Я возьму. Вдруг я захочу прокачивать все это дело. Так, доставай магаз. Выкинь. Это оно тебе больше не надо. В дробовике нет патронов. Кобура мне не нужна. Здравствуйте. Добрый вечер. Или добрый день. Не вставай, не надо. Так, и тут патронов не оказалось. Так. Это заберем. Так, 625 это скорострельный, который зависит от... который зависит от уровня прокачки точности. Чем выше точность, тем быстрее стреляет. Так, водички бы я такой что набрал бы. Вы ж не против? В сгоревшей хате сразу кипяченая зато. Так, разбирай. Кухня живая? И нифига не осталось. Ну и ладно. И хрен бы с ней. Так, и остался у нас один домик на этой улице. А, вот эти темки надо чекнуть. Закрыто. Открыто. Багажник открывай. Печевка, туалетка, журнальчик. Забираем. Так. Что все с собой туалетку возят, не могу понять. Так. Журнал. Бля, вот прикиньте, не могу найти домкрат. Домкрат будем как иголку искать. 64 серии. Так, а куда эта дорога ведет? Куда она ведет реально? А, это выезд. То есть еще сюда можно будет сбегать потом. Да и сюда, и сюда. Короче, будем ездить, лутать все, что... все, что видим. Только лишь проблема в том, что популяция 4.0 вам может показаться обратная, но я вас уверяю, она никуда не делась. Ёбаный, бобаный, а? Да что за, блядь, новые методы маскировки зомбей? Фух. Я ж только чуть в штаны не наложил. Так, кастрюльку бери. Кухонный нож целый возьми. Сливочное масло, это круто. Так, разбирай вот это. И разбирай вот это. Ну и все. С этой улицей покончено. И сейчас поедем вот на эту улицу. Это та самая улица, на которой умер мой прошлый персонаж, который я играл в Экроне. Солдат Саня, который. Так, сейчас самое главное вот эти, все дела повыкладывать. Освободить инвентарь. Там уже разберемся. Так, багажник у меня фуловый, да? Да, чини? Наверное, да. А нет, патроны влезли. Мелочь, а приятно. Так. Кастрюля килограмм, ее сюда. Тут фул. Вот давай вот это закладывать. Теперь заднее сиденье. Выкладывай все туда. А все и не влезет, да? Это плохо. Ну ладно. Плохо-то плохо. Свитерок-то влезет еще. А СКС-ку давай-ка на переднее сиденье. Я очень надеюсь, что это не сыграет злую шутку. В том, что я заваливаю вот эту сидушку. Погнали на следующую улицу. Ехать тут далеко, перемотку на монтаже нет никакого смысла ставить. И кустиков много вот таких. Их я буду забирать потом, да, определенно. Так, заблудился в трех соснах. Поехали туда. Кстати, вот эту машинку я проверял или нет? Я ее не смогу проверить. Кстати, топлива у меня там действительно мало, я не знаю, хватит мне его до дома.
целиком полностью или нет. О, кстати, тут много зомбей. Тут, кстати, много зомбей. Работаем. Работаем топориками. Ага, поработали, поработали и хватит. Бери маленький. Ты что, по-моему, в багажник я выкладывал? Клей для дерева починим. Сейчас надо немножко оттянуть их от машины. Где? А где? Ну, скотч я вижу, а... Бля, изоленту давай бери, пофиг. Ну, хоть немножко. Простите меня, товарищи зрители. Не люблю я изолентой подобные вещи чинить. Это у меня топоры вкачались на какой уровень? 7. Окей. Скорость атаки будет еще выше. Это ли не прекрасно? Так, зомбя, посиди. Почиль. А мне нужно поискать мои... Мой клей для дерева. Блин, у меня он по-любому был, я ж находил. Девин пропал. Эх, ну и ладно. Фиг бы с ним, как говорится. Давай с автолутом походим. А вот спички или зажигалку найдем, или еще какие-нибудь приколясы. Это вот депрессия его в 0 лет. Это такое. У меня только часики лежат какие-то. Только какие-то часики. Так, ну что, начнем, наверное, оттуда. Туда побежим, правильно? Так, разбирай. Автолуд выключи и побежали к тому дому. Это не услышала сигнал машины. Ей все равно вообще. Прикольно. О, вот это мне действительно нужно было. Я такой дом искал давно. Тут высокий шанс на находку топорика. Так, хорошо, один вход мы сделали, теперь надо еще двери сделать вход. С двух сторон. Так, это фермерыч? Карта Роузвуда, кстати. Я ее все еще не нашел до сих пор. Нифига себе. Будь здоров. Будь здоров, говорю еще раз. Не, ну сюда я точно залазить не буду. Так, вот это дело разбираем. Видели, как топором ткнул, как копьем. Так, сюда отправляем. А сигу не могу покурить, ну капец.
Что тебе надобно? Так, ну что, заходим? Заходим в дом, чи не заходим в дом? Та давайте, наверное, зайдем уже в следующей серии, согласны? Ну вот да, вот такой вот я гад. Ну, в принципе, вы и сами видите, что серия закончилась. Всем большое спасибо за просмотр, лайк, подписка, колокольчик и приходите на стримы.